не сказал, что на вертихвостком глазах просто искра, как у подростка, но я не назвал бы ее и богиней. С губами, как пламя, и с кожей, как иней, скорее назвал бы ее Белоснежкой. А я бы королевой, а я бы просто пешкой, а я бы чертенком, чем вам небес? А я бы назвал ангелом, падшим с небес. Не ангел, но так ничего симпатичный, даже одета довольно прилично. По мне, так она, господа, идеал. Я б бешеных денег с ней за ночь отдал. Я б ночь с ней провел, может быть, как-нибудь, лицо хоть не очень, но бедра и грудь. А я бы знакомиться даже не стал, нашли, кого выставить на пьедестал. А я бы провел с ней бессонную ночь, и пару, и тройка был бы не прочь. Среди джентльменов царил беспредел. И каждый видел в ней то, что хотел, не зная, кого она ждет на перроне, и кто к ней несется в последнем вагоне, устав от невольно подслушанных фраз, от похоти жалкой и жаждущих глаз, стараясь скорее забыть этот вечер, она побежала к кому-то навстречу, и шел к ней мужчина, заметно спеша, с любовью держа на руках малыша. Он видел в ней то, что другим не понять. Он видел в ней друга, супругу и мать.